Сегодня во Вьетнаме открылся новый супермаркет Вьенком Плаза. Вот сегодня открытие. Смотрите, какая красота. Мы когда сюда приехали, он только... Вот они готовились, тут все мыли, еще все какие-то работы делали строительные. Прошло буквально несколько дней, и он открылся. Все они очень все строят быстро, тут же какие-то строительные еще недоделки делают, тут же уже садят всякие зеленюшечки, фонтанчики делают, тут же моют. Это парфюмерия. Это я Лену потеряла. А, вон она. Парфюмерия. О. Я все время думала, что это венок траурный. Оказывается, нет. Нарядный. Это, оказывается, для наряд... Ну, торжественное что-то такое. Магазин Levi's. Давайте зайдем, посмотрим цены. Лена, давай цену посмотрим чисто так. Ну вот цена, допустим, джинсы Levi's. Джинсы Levi's, они стоят 1600 донгов. Все умножайте на 3. Ох, ну цена такая же, как в России. Футболочка. Футболочка. 899 тысяч. Они и у нас столько же стоят. Рубашечка. Ну, наверное, столько же стоит. Ой, какой мэн красивый. Ты посмотри, как быстро, да? Быстро открываются там махом. Вчера еще ничего не было, сегодня уже все, товар на месте. Вот простая маечка стоит 699 донгов. На 3 умножили и получим цену. Толстовки. Вот знаменитый 501 номер Levi's. Шортики. Шорты стоят 1400 донгов. Все на 3 умножаем, получаем цену. Ну, достаточно много народу, и здесь смотрят все. Ну и, наверное, тоже покупают. Все очень торжественное открытие сегодня. Вот такие джинсики Levi's. Тоже цена у них 1500 донгов. 5000. Магазин Levi's. Это у меня Лена потеряла. Вон она, Века пошла. Так, здесь у нас что? Гоу какой-то. А, Nike. Цены такие же, как у нас. На брендовые вещи. Если это не подделка, то это как у нас. Вот она, роза. Роза, болгарская роза. Ночной кремик. How much? How much? How much? А, ага, 500. 500 донгов стоит. Лена, вот эта вот роза. Наверное. Там ничего. Опять траурный венок. Роза со скидкой? Да, сколько? Сейчас девочки найдут и посмотрим, сколько за скидкой. Сколько? Не понимают, что говорит. Это тестер. Это тестер. How much? Сколько? Минуту. Розовая водичка. Это 500? 500. Ну и там 500. Да. Все понятно. Скидка 30.
30% скидка? Да. Розовая водичка. Regal Age Control. Это все как бы болгарское, я понимаю, производство. Тестер. Вот такие тестера. Розовое масло. Розовое масло. Oil, да? Да, oil crown. Тут, значит, у нас ювелирка пошла. Часы. Ну, часы тесот. Ну, 9800. В общем, цены. Цены, конечно, такие же, как и у нас. Мужские часы. 10 266 890. Так, пойдем дальше. Здесь ремешки. Вон там что-то грандиозное от Adidas. Adidas. Здесь вот презентации. Чаёк, кофеёк. Ну, наверное, для тех, кто что-то купил. Adidas. Очень шумно. Очень шумно. Здесь очки Puma. Я не знаю, как называется. Это Фурла. Фурла. Девайс. $59. Скидка. Так, есть. Макс Мара. Пошли, у меня уже голова крутит, Лариска. Пошли, оператор смена. А мне ведь вырезать ничего нельзя, оператор хрен. Я так и поставлю. Надо поставить, нарезать не могу уже. Наверх мы, конечно, не пойдем, но сегодня у них, да. Здесь открылся магазин Эко. Поверьте, цены точно такие же, как в России. Может быть, даже еще и дороже. Такие кроссовочки хорошие, полностью кожаные. Да. Здесь Эко. У тебя уже есть Эко. А дальше магазины наверху, этот фудкорт, ну и Сага де Мекон. В общем-то ничего особенного, только цены. Выходим из магазина, вот опять эти траурные венки, но мне они кажутся траурными. На самом деле у них это праздник. Тут кофейня, мы в такой заходили, очень даже неплохо. А мы идем дальше. Вот такая суета сегодня. По-видимому, это из-за открытия нового торгового центра.